Пациентка Московского областного центра материнства и детства родила вторую дочь ровно в тот же день, что и первую, только спустя несколько лет. Случайность это или точный расчет, расскажем в сюжете. Дни рождения обеих дочек семья Калугиных теперь будет отмечать в один день, 28 июля. День в день, только 3 года спустя, в этой семье на свет появилась еще одна девочка. 3 килограмма 430 граммов и 52 сантиметра родительского счастья. В нашей семье произошла удивительная история. Первого ребенка Еву я родила 28 июля 2021 года в Люберецком роддоме. И так получилось, что спустя 3 года, 28 июля 2024 года, у нас родилась вторая дочка Кира. И думаю, года через 3 придем за третьим. Надеюсь, будет мальчик. Возможно, также получится родить 28 июля. Людей, рожденных в один и тот же день, но в разные годы, называют астрологическими близнецами. Калугины уверяют, что к математическим расчетам не прибегали. Просто очень хотели второго ребенка. Подобный случай в Люберецком роддоме не единственный. Такое же событие произошло 10 лет назад. 3 рожала женщина с перерывом в 2-3 года. И что удивительно, все 3 детей родились в один и тот же день. Причем не просто в один и тот же день, а именно 14 февраля, день Святого Валентина. Если первый раз, ну так, все улыбнулись, как праздник, второй раз удивились, а третий раз все обалдели просто. Богдан Колесников, Эдуард Целуйко, телеканал ЛРТ.